Привет, пистолет. Боже, какие вы холёсы. Доброе утро. Я сегодня никакая, ребята, просто никакая. У меня так адски болит голова, что мне тяжело даже разговаривать. Хотя у меня было очень много планов на сегодня, но, наверное, на сегодня у меня будут планы только, знаете, какие? Самые обычные, самые простые. Я себе сделаю маникюр. Собаки завтракают, Добби на меня смотрит. Шандюшка даже раздеться не захотела. Решила, первым делом нужно покушать. Снег уже и меня вывел, и соседей вывел, и всех вывел. В общем, все у нас вот так. Я себе тут уже подготовила все, что мне надо. Попробую сделать белый цвет. Не знаю, получится ли у меня, но я буду пробовать, рисковать. Решила посмотреть пятую серию сериала «Извне». Кто не смотрел, советую. Я справилась. Я сделала такой вот себе обычный, простенький, красненький маникюрчик. Правда, я это делала максимально долго, что уже у нас 2 часа дня. Ничего, зато я это сделала и приготовила себе завтрак. И уже даже начала смотреть какой-то другой фильм, называется «Замри». Кстати, неплохой триллер. Мне так плохо, что я не могу. Я до 4 часов полежала, и я понимаю, что мне вообще нехорошо. Я уже рвала, мне уже было и вообще никак. И я думаю, пойду выйду на улицу, немного пройдусь. Во-первых, выпущу вот этого вот зверя и просто пройдусь, потому что я не могу. Мне еще через час идти с собаками гулять, а меня выкручивает. Блин, красивый какой у меня маникюр. Сама делала. У нас табличка Хэллоуин шлепнулась. И мне ее тут повесили. Ну да ладно, значит, так тоже будет висеть. Пошли, животное мое, идем. Я тебя выпущу, сама пройдусь. У меня осталась одна таблетка от головы. Одна. Сейчас, наверное, зайду все-таки, еще себе таблетку куплю. Но это уже у меня, не знаю, или что, или как, или почему вообще она болит, я не могу понять. Я зашла в Юск, и снова в Новый год, и посчитала, что мне нужна гирлянда маленькая для того, чтобы замотать на собачью лавочку, чтобы там тоже было красиво. Вот этого думаю, что, наверное, вот такую вот возьму. Я не понимаю, сколько здесь метров. 30 сантиметров, 200. Мне кажется, должно хватить. Да, мне кажется, должно хватить. Вот в этой вот гирлянде сколько? 1,2 метра. Ага, все, я поняла. 1,2, а здесь 2 метра. Двухметровый, шикарно. Только здесь она идет с какими-то звездочками. Думаю, тоже будет неплохо. Вообще, мне вот эти подушечки еще очень нравятся. Они такие миленькие. Но подушки стоят, я даже не знаю, сколько. Здесь, вот, 275 гривен. Вот эта вот подушка. Вот это мне еще тоже нравится. На 450. И у меня наволочка на подушку есть. Короче, не буду ничего такого делать. Не буду ничего такого делать. Красивые очень. Украшения. Уже так хочется к Новому году все украшать, честно вам скажу. Мне еще очень сильно нравится вот это вот дерево. 1000 гривен оно стоит. Вот такое вот. Я бы вместо елки его взяла в этом году. Но не буду. У меня на этот год, если все будет хорошо, у меня есть очень важное дело, которое я хочу осуществить. Гномики 1199. И он вот так вот выдвигается. Красный цвет
и серенький. Я даже не знаю, какой цвет в этом году будет актуальный на Новый год. Но у меня будет самый обычный, тот, который есть. Вообще, чего я сюда пришла, я сейчас вам расскажу. Я хочу, знаете что, новое постельное. Я купила новое постельное, вот такое вот красивенькое, серенькое, нет, бежевенькое, даже так, наверное. Потому что я вчера перебирала постельные и поняла, что у меня вообще их нет. Я половину повыкидывала, они страшные уже были, никакие. И получается, у меня только одно нормальное. И одно для того, когда у Киры, господи, у Теры течка, все. Теперь у меня есть новенькое. Сейчас с Кирюхой переписываюсь. Она мне рассказывает свои истории, которые у нее там были. Блин, я надеюсь, она все это заснимет, потому что она сегодня потерялась в Венеции. Она сегодня стояла с итальянцем, торговалась. Короче, умничка моя любимая. Здрасте. Что такое? Ты меня услышал? Ай, ты мой хороший. Ну, пошли. Идем, идем. Вот, так что у нее все замечательно. И у меня замечательно. Я купила ей подарок на день рождения. Надеюсь, он подойдет. Вот такое постельное я купила, посмотрите. Я думаю, что очень красивый цвет. Хотела что-то такое более, знаете, осеннее, но ничего такого не было. И поэтому думаю, ладно, это тоже будет прикольно. Не яркое, не пестрое, спокойные абсолютно цвета. Мне нравится. Вот такое вот. Тут две наволочки, потом что еще, да, тут две наволочки вот такие вот миленькие, простынь и пододеянник. Короче, перфекто, як то кажуть, просто перфекто, мне подобается. И, конечно же, где? Добби, ты уже что-то унес? Я не могу понять. Снег, не ворочься. Чё, я же только что сюда клала. Гирлянда была, ну. Посмотрите. Симпатичненько получилось. Теперь с той стороны так светится. И здесь тоже светится. Симпатично. Теперь мне время идти с собаками. Вот и все. Короче, вышла только что на улицу, и мне говорят, Маша, там, я завтра поеду там, в магазин тканей туда-сюда, типа джинсы тебе исправлять. Я говорю, ребят, вы что, смеетесь? Я говорю, все, джинсы уже нет, я их уже выбросила. Я говорю, если вы так сильно переживаете, я вам сделаю на память кусочек в рамочке с датой этого происшествия. И я подумала, что раз такая история, я пойду сейчас куплю нитки мулине, чтобы вышить дату. Вырежу этот кусочек со своих джинс и вставлю их в рамочку. И сделаю такую красоту на память хозяевам. Что мне для этого надо? Мне надо пойти купить нитки мулине, и мне надо купить рамочку. И мне надо джинсы свои вырезать. Как всегда, я мусор выношу ночью. Я не знаю, какая мне рамочка подойдет. Потом я возьму одну, вторую. Мне пригодится. Вот, нитки взяла и иголки взяла. Надеюсь, у меня получится моя невероятная задумка. Мне сегодня что-то целый день развязываются шнурки. Что бы это значило? Я, ребята, не знаю, что у меня получится, но я, по крайней мере, попробую. Почему я взяла две рамки? Потому что я не знаю, по-моему, вот в этой вот рамке здесь не стекло, а пластик. Я не знаю, как этот пластик будет держать как это называется. Терочка, не ругайся. Как он будет джинс держать? И самое главное, я нашла большую иголку для того, чтобы можно было всунуть нитку. Так. Ну, здесь стекло. Вот такой вот рамочки, здесь стекло. А во второй, Труся, кушай. Они никто не кушают без меня. А во второй рамочке, по-моему, здесь не стекло. А здесь... Что такое? Да. Тут не стекло, тут обычный пластик. Ну, сейчас посмотрим. Мне главное, чтобы в этой во всей истории, чтобы у меня получилось вырезать... Так, чтобы оно поместилось в рамку. В одну и во вторую. Так. Как бы так его...
чтобы так красивенько вышло. О, наверное, отлично будет вот эта вот часть. Прекрасно. Теперь это все надо красиво вырезать. А как мы это все красиво вырежем? Вот таким вот образом сейчас сначала сделаем. Вот, отлично. И теперь вырезаем. Сейчас будете кричать мне: боже, Маша, зачем ты порезала свои джинсы? Ну, а что мне с ними делать, смотреть на них, что ли? У них дырка очень некрасивая, в плане того, что ее просто никак красиво не заделаешь, и даже ее не оставишь таковой, потому что она неправильно порвана. Поэтому дырка останется на память хозяевам Блайта. Они очень сильно переживают за мои джинсы. Господи, у меня нету нормальных ножниц, которые бы нормально резали. Это кошмар какой-то. Мне надо хотя бы попробовать. А собаки без меня не едят. Я им насыпала еду и ушла. Все ходят и смотрят, и ждут, пока я возле них буду сидеть. Ну, что случилось-то? А зачем я должна возле них сидеть? Я тут занялась вышиванием, макраме, вырезанием и шитьем. Я уверена на 100%, что им это не надо, но я пообещала, что я это сделаю, поэтому я это сделаю. Хотя бы немножко еще отвлекусь от головной боли своей. Да, господи, режься! Ну, это не ножницы, это какая-то печаль. Так, все. Теперь джинсы 100% утилизируем. Главное вот здесь вот все аккуратненько. Вот так вот. О, господи. Ёшик ты. О, только же ж маникюр сделала. Не хочется ж портить. Так, и как оно будет с этой стороны смотреться? Ну, отлично, отлично будет смотреться. Главное теперь еще вырезать. Главное теперь еще вырезать, чтобы оно было правильно. Так, еще надо. Надеюсь, криво-косо не будет. Я на это надеюсь. И оно должно получиться вот так. Смотрите. Шикарно? Мне кажется, шикарно. Сюда еще белое вставить между. Вот так вот. Ну, чтобы беленькое, чтобы было симпатично, чтобы смотрелось. Вот таким вот образом. А? Круто? Но это еще не все. Это еще не все. Почему? Потому что нам нужно... Здесь теперь вышить
дату и время. Вот здесь вот я сейчас напишу дату. Это у нас было вчера, а вчера у нас было 26 число, правильно? 26.10.2024 год. И это красивенько написать. И красиво потом нитками вот этими вот вышить. Цвет, наверное, желтый будет красиво. Да, желтый будет красиво. Синий с желтым, он смотрится красиво. Синий с синим нет. Все. Начинаем делать. Единственное, что я не помню, как вышивать. Но я думаю, что я вспомню. Я реально этого не помню. Я сделала. Та-да-дам. Вот что у меня получилось. Посмотрите. Мне кажется, получилось очень круто и симпатично. Так что вот такую вот прекрасную вещь я завтра подарю своим друзьякам, чтобы они знали, что это их байтик такое сотворил. 26.10.2024 года. Все! Мне надо пойти покушать. Вообще, мне надо на самом деле приготовить покушать. У меня перестала болеть голова, и я могу себе хотя бы приготовить. Ну как, она не до конца перестала болеть, но мне, по крайней мере, уже не так плохо, как было. Потому что я сегодня умирала по-конкретному. Ну, а вы напишите, как получилось у меня. Да, снег. Видишь, что у меня получилось? Мне кажется, очень круто. А еще здесь я смотрю фильм ужасающий. Все, я смотрю, и всем на сегодня, наверное, пока.